У меня денег, вот все мои деньги. Вот все мои деньги. Серег, вот я давайте скажу, вот на шкале все мои деньги, братан. Я вот сейчас, сука, скажу, что вот есть. На шкале все мои деньги. Из них я должен еще Антохе должен двушку. Потом еще Антохе должен, это потом сколько там ремонт обойдется, половину. Еще я должен 22 тысячи человеку, Игорьку, Игорек, который таксист. Еще я должен Сереге Нагарову 50 с лишним тысяч. Еще я должен Антохе стоматологу Пятеру. Еще Гришане там, еще Гришане другому чуваку еще полтинник должен. Там до конца мая, до начала июня. Поэтому мне денег вообще нет. Вообще нет денег. У меня хата на продаже выставлена, ребят. У меня 2 недели назад хату на продаже выставили. О чем вы можете говорить? Получается, Замиров и не дала. Если говоришь, знал бы, не летел. Романшов, вот ты мне пятеру закинь, я расскажу. Но у меня сразу будет ругань с Замирой. Сразу ругань будет с Замирой. Ну давай, рассказывай. Я не знаю, что ты рассказываешь. Суть-то в том, что... Суть-то в том, что... Я что рассказываю? Съездили. Я потратил 300 тысяч рублей. За мир у меня, я ей сказал, часы подарил ей часы, iPhone, Apple Watch 9 модели, свозил в Турцию, потратил 300 тысяч рублей за 2 недели, стримы там не получались, трахаться, ничего не было, все, Замира захотела потом лететь Красноярск, я говорю, ладно, летим в Красноярск, что, купили билеты, она в Красноярске, я в Шатуру, и все. А что еще? Развел на 5К, а что я развел на 5К, я сказал, все, есть. Сказал, все, как еще есть. Ты гонишь, что ли? И где тут будет жесткая ссора с Замирой? Так я не говорю, что будет жесткая ссора с Замирой. Что? Всего должна быть жесткая ссора с Замирой. Всего тут должна быть жесткая ссора с Замирой, что гонишь, что ли? Я просто сказал все как есть, что я целиком полностью оплатил, я целиком полностью оплатил, какие-то там подарки сделал, там, тудым-сюдым. Как так быстро? Три рюмки водки 0,5 пил. А как так быстро? Как? Ты не мог опьянеть? Конечно, не мог. А я опьянел. Опьянеть. Слава богу, я хоть понимаю, кто ты сейчас еще. Слава богу, я понимаю, где нахожусь еще. Я не бухой. Я вот еще уже... Вот, я сейчас лобусь, вот, левый глаз закрой, я вижу. Пойду, короче, наверное, пойду потихонечку в туалет. Пойду в туалет, скажу. Да он не дошел до пи***ы, еще провалился. Ну, что-то, кстати, он ушел, да, и пропал. Может, провалился. Да, полегче. Да идите, как, сука, вы меня...
себя-то послушайте, что вы пишете. Вы себя-то послушайте, что вы пишете. Но себя-то послушайте, что вы пишете. Как же мне все Ну чего вам надо? Да господи, ну чего вам уже всем от меня надо? Что у тебя случилось? Опять уже мне упокоить, уже сильно. Ты чего там плачешь? Ставьте меня уже сильно упокоить. Я без микрофона, Гриш, я просто тебе звоню, потому что не сказала. А мне плачешь. Я не знаю, Завия, мне уже настолько все. А что у тебя случилось-то? Да нет. Ничего не случилось. Просто уже надоело. Надоело все это.